Пс, красавчик. Что? О, нет, убийственные губы. Упс. Вау, этот спасатель украл мое сердечко. Я люблю тебя, Адель. Меня? Эй, выключите воду! Остынь, Адель. Я просто написал температуру. Странные люди. Джастин, прекрати немедленно! Пожалуйста, можно мне тоже стать спасателем? У тебя столько классных штучек. Вот, держи. Вау! С высоты все видно намного лучше. Спасите! Тону! Помогите! Сейчас, парень, я вытащу тебя. Лови доску. А что там? Утопающий на горизонте. Подвинься, красавчик. Не мешай мне спасать человека. О, это нелегко. Ауч! Я спас сам себя, спасибо. Отдавай жилет, ты уволена. А ты принят в службу спасателей, приятель. Добро пожаловать. Уснул, красавчик? Теперь я всегда буду с тобой. Что? Кто здесь? Адель? И в бинокле тоже она. Привет, можно мне меню? Опять Адель. Она везде. Я уже наелся. Спасатель всегда на страже. Мой храбрый краш. А, помогите! Акула! Где? Как? Вот, внизу. Сейчас я ее обезврежу. Кыш, брысь! Плыви домой! Мы не договаривались, что меня будут бить. Я заслужил поцелуй. Я лучше расплачусь деньгами. Оу, привет, красавчик. Это спасатель моей мечты. Все в безопасности. Можно вздремнуть. Маленькое любовное послание на спине. Нил даже не заметит. Я люблю тебя. Я отлично выспался на солнце. Упс. Привет, Нил. Можно я спрячусь от солнца за твоей спиной? Она такая широкая. Я спасу тебя. Ты куда, Нил? Я принес тебе тень. Оплата всего один поцелуй. Лучше я расплачусь деньгами. Спасибо. Приятный массаж от Нила всего за $5. Вау, как назло, у меня нет денег. Минутку. Я обязательно найду клад. Золото уже близко. Я чувствую. Вот здесь. О, целый сундук с богатством. Я миллионер. Пропустите. Мне нужен массаж. Я плачу все деньги. Здесь очередь. Подождите в конце. Оставайтесь здесь, мои часики, пока я не вернусь. Срочно спасите мои часы! Они утонули где-то в песках. Помогите! Они должны быть где-то здесь. Но здесь ничего нет. Странно. Дальше я сама.
О нет, мои часы пропали по-настоящему. Знаешь, который час? А хочешь узнать? Ха, купи у меня часы. Эй, это мои часы! Продам их за один поцелуй. Уже лучше деньги. Мошенник! Вау, какое сальто! Я тоже так смогу! Я полностью готов! Здесь безопасная глубина. Вау! У меня получилось! Что за... Джастин! Смотри, спасатель, я за буйками! Эй, вернитесь обратно! Хорошо, уговорил. А если поставить буйки немного ближе? Эй, за буйки заходить нельзя! Конечно! Эй, это запрещено! Оставь буйки! Упс, кофе слишком горячий. Надо хорошенько подуть. О, идеально! Зачем воздуху пропадать? Свисти, Адель! Ныряю! А, цунами! Я спасу тебя, Адель! Все, опасность миновала. Ты спасена. Посмотри меню, Нил. Святая медуза, ничего не вижу. Вот так лучше. Мы будем два бургера. Какая романтика. Нил, спаси его. Лови круг. Все хорошо, спасибо. Нил, ты мой герой. Какая тяжелая корзина. Я не могу ее поднять. Нил, спасешь меня? Корзина слишком тяжелая. Конечно, я тебе помогу. Идем. Вот зал. Здесь ты можешь накачать мышцы. Давай, поднимай гантели. Ты уже становишься сильнее, Адель. Молодец. Я горжусь тобой. Попробуй теперь поднять корзину. Я верю в тебя. Да, я такая сильная! Всегда рад помочь. Пора перевернуться на животик. Что это за запах? Что горит? Я просто поджарил маршмеллоу. Что? Нил! Пожар ликвидирован. Ты в безопасности. Пора переодеться к ужину. Моя смена спасателя окончена. Так вот кто настоящий ботаник. Понравилось наше видео? Тогда пиши в комментариях, кто тебе понравился больше. Спасатель Нил или ботаник Джастин. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик,
чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.